неприятный эпизод с участием трех футболистов «Зенита». Мартин Шкартел совершил очередную ошибку, которая на сей раз привела к назначению углового удара. Словацкому защитнику сделал замечание Владислав Радимов, но гораздо более агрессивно повел себя Фернандо Риксон. В результате между капитаном «Зенита» и голландским полузащитником вспыхнула драка, инициатором которой стал именно Риксон, а пострадавшим – Мартин Шкартел. Арбитр матча, недолго думая, показал грубиянам по красной карточке. Забегая вперед, заметим, что конфликт был исчерпан в тот же вечер. Футболисты принесли извинения друг другу, команде и болельщикам. Радимов и Риксон были оштрафованы, а Дик Адвокат сделал из этой истории свои выводы. Ну а встреча с Малагой так и завершилась со счетом 3-1 в пользу петербургского клуба. Это первая победа «Зенита» в нынешнем сезоне.